Друзья, всем привет, с вами Санек. Ну, такой коротенький видосик. Привезли мне вот такую вот шарошку. Я так понял, в двигателях там под клапана шарошить седло. Ну, я не знаю, шарошить, фрезеровать. В общем, я этим не занимаюсь. И мне меньше всего интересно, что им делают. Задача следующая. Вот такой вот наборчик, я так понял, идет вот с таким вот валом. Ну, вот здесь вот девятка. Ну, в минусе на 3 сотки. Промерял микрометром. Короче, 8,97. А человеку нужно, чтобы здесь была восьмерка. Вот такая вот. Также промерил. Также в минусе на 3 сотки. 7,97. В общем, нужно сделать так, чтобы вот эта шарошка была с направляющей меньшего диаметра, калибра. Эту трогать мы не будем, а выточим вот из штока амортизатора, я даже не знаю, откуда он, калибр, даже не мерил, друзья, я без понятия. Визуально посмотрел, по диаметру боль-мень подходит, поэтому понаружи трогать не будем, проточу конус и засверлюсь все. Вот этот конус я точил просто резцом. Ну, понятно, что дело резцом. Без применения малой продольной. Так, я так думаю, видно. Зажал тут ту направляющую, вот которую мне привезли, якобы заводская, да? И вот как я выставлял конус, то есть зажал заготовку, подпер центром, точить буду вот таким вот левым резцом, кому интересно, я думаю, читать умеете по буквам и расшифровывать. Пластина 35 угол, новенькая. Вот при помощи нее я и точил не малой продольной, а просто резцом. Теперь я сейчас настраиваю резец, друзья, получается офигенно. Настраиваю резец по нужному мне конусу, то есть подвожу резцедержка до упора, как она должна быть. И вот прижимаю резец к конусу, то есть беру вот просто вот как есть вот и прижимаю. Вот он чуть подвылез, можно его в резцедержку заехать, я думаю, видно. Вот здесь он стоит. И зажимаю болты, затягиваю. То есть по плоскости. Центральный, чтобы не сдвинулось, остальное вот таким вот образом. Все. Как стал резец, так я его и зажал. Как тебе поднять-то, показать. Вот. И точить будем вот так вот. Просто по всей, как говорится, длине. В общем, отметил на штоке маркером. Не знаю, видно, не видно. Вот так вот приложил. Здесь резьбу отпилил, торцанул, засверлился, ну, центровочным. Вот. Вышел на нужный мне диаметр. Попробовал, посмотрел. Кстати, резец настраивал именно здесь. Вот. Плюс-минус миллиметр роли не играет. Они абсолютно могут быть любые. Главное, чтобы вот, сделать вот эту штуку. Ну и отпилим там по размеру. Не засверлимся. Вот, как-то так.
Все, друзья, готово. Вот за нее держусь. Держит отлично. Это вот два штука, что мне привезли. А этот вот только что изготовил. Немножко фрезернул. И потом только просверлился, потому что сверху никак. Пока вот это полмиллиметрика не сточишь. В общем, посадка как на этом штоке, но направляющая как на этом штуке. Вот именно вот здесь. Все, готово. Никуда она не спадывает. Не шевелится, я не знаю, не прокручивается, только вот вместе со штоком. Это я от руки поставил. А так вот сюда вот стучится молотком, она насаживается жестко капитально, и потом уже все это дело как-то там шарошится. Вот так же выбивается. По длине, по крайней мере, вот здесь и вот здесь вот они идентичные, ну, рукоятка чуть-чуть больше, чуть-чуть, я думаю, это незначительно. Вот как-то так. Все, поставленная задача выполнена. Звоним, пускай приезжает, забирает. Всем пока, с вами был Санек. Мне было интересно изготовить то, что я еще раньше не делал. Вот такие вот дела. Всем пока.